Сегодня я хочу с вами поговорить о параллельных размерах. У каждого размера есть соседний размер. Это размеры, которые его окружают. Зная принцип работы этих размеров, вы легко подберете нужный размер. Итак, как же это работает? Для примера, я возьму размер 80C. Если мы хотим изменить размер чашечки бюстгальтера, оставив неизменным размер корсетной части, следует двигаться вертикально по таблице. Если вам нужно уменьшить размер чашечки, выберите 80B. Увеличить — выберите 80D. То есть цифровая часть размера остается неизменной. Меняется буква, отвечающая за объем чашечки. 80C меняем на 80B для уменьшения, или 80C меняем на 80D для увеличения. Логично, не правда ли? А что, если мне нужно увеличить бюстгальтер по корсетной части? Все просто, скажете вы. Увеличиваем цифру, оставив букву, горизонтально по таблице. Но это не так. Увеличивая размер корсетной части, увеличивается объем чашечки бюстгальтера. Поэтому, если мы хотим увеличить размер корсетной части, сохранив объем чашечки, мы должны увеличить размер корсетной части и уменьшить размер чашечки, то есть 85B по диагонали таблицы. Я понимаю, что это звучит странно, но позвольте мне показать вам. Например, бюстгальтеры размеров 75C, 80C и 85C. Многие женщины считают, что размер чашечки в этих бюстгальтерах одинаковый, но это не так. Взгляните на изображение бюстгальтеров. Мы четко видим, что чем больше размер корсетной части, тем больше объем чашечки. Это происходит потому, что с увеличением корсетной части увеличивается основание груди, а вместе с ним и объем. Таким образом, чтобы сохранить объем чашечки и увеличить корсетную часть, мы должны увеличить корсетную часть, то есть цифру, и уменьшить размер чашечки, то есть букву. Это и есть так называемые параллельные или взаимозаменяемые размеры. Итак, подводя итог. Если бюстгальтер мал в чашечке, и я хочу увеличить чашечку на размер, я увеличиваю букву. 80C меняем на 80D. Если бюстгальтер мал и по чашечке, и по корсетной части, я увеличиваю бюст на полный размер, увеличивая размер корсетной части, понимая, что объем чашечки также увеличится. 80C меняем на 85C. И если размер чашечки подходит, но бюстгальтер мал в корсетной части, или косточки, расположенные анатомически неверно и впиваются в грудь, то мы выбираем размер больше по корсетной части и меньше по чашечке. 80C меняем на 85B.